Я от души поздравляю всех вас с 25-летием фестиваля «Студенческая весна». На самом деле фестиваль, как площадка, по-моему, стал выдающейся площадкой для поддержки студенческого творчества. Фестиваль собрал около 1,5 миллионов студентов. Около 700 вузов участвовали в программе фестиваля. И я увидел, насколько талантлива на самом деле студенческая молодежь. И я считаю, что заслуга вот конкурса, заслуга фестиваля, она еще и в том, что помимо того, что мы с вами встречаемся, делимся механизмами, каким образом нам поддерживать творчество студентов, мы с вами из наших рядов действительно делегируем элиту. Я всех вас поздравляю еще раз с этим днем. Мы вас очень рады видеть здесь у нас. Спасибо. Для меня большая честь огласить сегодня официальное приветствие правительства Российской Федерации. Студенты – это будущее нашей страны. И для всех нас студенчество – предмет особой заботы. Вот уже четверть века фестиваль «Российская студенческая весна» объединяет талантливую молодежь, вокалистов, танцоров, исполнителей, актеров, журналистов. А чрезвычайно насыщенная повестка и солидный состав жюри каждый год делают этот фестиваль самым значимым и авторитетным в нашей стране в сфере студенческого творчества. Российская студенческая весна – это шанс не только показать свои таланты, но и обрести новых друзей. От вашего упорства, целеустремленности, таланта зависит будущее России. Желаем всем больших успехов. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец.